Алло. Доброе утро. Доброе утро. Даш, нормально? Да, все хорошо. Ага. Алло. Здравствуйте. Доброе утро. Алло. Алло, алло, Сергей. Меня слышно? Вас слышно, слышно ли вам что-нибудь? Доброе утро всем. Доброе утро. Доброе утро. Так, значит, кто читает? Читает, значит, Ариадна. Что читать-то? А, ну, читать? Что читаем? Задание. Читаем. У нас что, нечего читать? Ну, я и не знаю, что читать. Даш, что читать? Третье задание? Какое? Да, там вроде только одно. Нет. Там... Погоди, мы два только прошли. А? Мы вроде два только прошли. Наше классное не начинали вообще. Третье задание не начинали. А второе мы все прочли. Так, хотите сказать, что читать нечего? Так, Ариадна же не читала у нас, или читала? Я же запутался, меня уже запутали. Так вы же сказали, третье задание надо делать, нет? Так, кто что сделал? Вопрос тогда. Второе домашнее до конца. Так. Сказали классно не приступать. Все месяцы не приступить. Так. Даша, у вас второе сделано? Да, сделано, но это было очень давно. Вот. И сейчас я немножко не фиксирую. Ага. Мы его уже прочли все, по-моему, да, с Дарьей, по-моему, прочли тогда... все. Если все прочли, тогда, конечно, я уже ничего не понимаю. Ну ладно, хорошо. Начинаем тогда гласные, да? Да. Угу. Да, я сама их проходила, здорово. Итак, гласные, получается, бывают краткие, бывают долгие. То есть в санскрите есть разница. А, и, у, у. Это имеет значение. В русских переводах книг, которые касаются мантр, например, в переводах книг Фроули, это порой опускают, и все гласные становятся краткими. Это забавно, но это не совсем правильно. Поэтому там ошибок, наверное, много. Да, поэтому там бывают ошибки. Итак, значит, гласные. Значит, гласные простые. Значит, в санскрите есть простые гласные, то есть краткие гласные. А, И, У. А, И, У. Значит, сейчас найдем, где у нас доска. И напишем на доске. Вот у нас доска. Так, значит, в моих прописях. Это какая страница, Ариадна? Смотреть. Ну, так давайте, открывайте. Это, например, 11-я страница, 10-я, 11-я страница. Открыли. Сейчас. Открываем. Угу.
открыли. Кто открыл? Я открыла. Я открыл, но сейчас увеличу контрастность. Тут ничего не видно. Кто не открыл? Ну вот я, вот стоящих, у меня трафика не хватает теперь. Я что-то решила их не открывать перед уроком. А зря. Я сожалею. А зря. Я просил. Да. Открывай. Да-да-да. Ну давайте скачивать, потому что иначе получается вы усложняете себе работу. Я сейчас тогда... А, ну вот, что-то открылось, да. Ну хорошо. Ну вот, уже не... тут правда... Один кружочек только есть правильный, как писать. А, нет, два. Правильное написание. Это вопрос? Это вопрос. Там на кружочке не всегда можно обращать внимание. Вопрос в том, что там видна последовательность. Кружочки, я вам подскажу, не переживайте. Угу. Это несущественно. Итак. Общее замечание, значит, гласные имеют два варианта написания. Гласные имеют два варианта написания. В начале слова отдельным знаком. Если вы владеете эфиопским языком и эфиопским письмом, то этот принцип вам уже знаком. Как-то не довелось. То есть в начале слова отдельным знаком, в середине, в конце дополнительными значками сверху и снизу. Перед и после. Гласные бывают долгие, бывают краткие. Пример слова «майя» означает «лошадь», а я на доске пишу с долгими «майя» – это иллюзия. «Майя» – лошадь, «майя» – иллюзия. То есть долгота имеет значение. Итак, гласные простого образования – это А и У. Помимо них есть сонанты, то есть R и L, они могут быть природы гласной, то есть не как согласные, а как в чешском – имеет природу гласных. Поэтому в слове Ригведа ры это гласная, то есть сонанта. Но сонанта, она для нас воспринимается как гласная. Поэтому Ригведа, санскрит, ри, вот эти все ри, это желание передать гласность этой р. На юге говорят не санскрит, а санскрут, например. Потому что не озвучу, огласовка р отличается в разных частях Индии. Но наиболее популярно ри, ри, р. Мудрствовать. Р. Вот. У меня коротит. Я не пойму, как р может быть глаз. Вот как это может быть? Р это согласно. Ра или как это? Как это звучит вообще? Ну, так я только что произнес, а вы не обратили внимание. Ну, мудр... куда язык? Растовать. Раскатисто. Ну вот и гласное. Р и Л. Ну, Л. Встречается все в одном слове. Корни клуб служить.
клуб, клуб, клуб. А р встречается сплошь и рядом. Вот. А и у. Р. Значит, гласная природы. И дальше. А можно слово на санскрите с р как какой-нибудь? Дойдем, вы не переживайте, мы не пишем еще пока ничего. Это будет в следующем занятии. С р. Сейчас. Нет, сейчас не будем, не успеем. Итак, помимо этого, есть гласные, которые происходят из дифтонгов. Дифтонги – это два гласных вместе. Итак, значит, от дифтонгов происходит «э» и «о». Эти «э» и «о» всегда долгие, но в письме упростили, и знаки Макрона, то есть долготу, упразднили. Но они при этом все равно всегда долгие. Не бывает в санскрите «э» и «о», бывает только «э» и «о». «Э» «о». Но на письме, в транслитерации, долготу не пишем над этими двумя, потому что они всегда долгие. Понятно? Понятно. Хорошо. Э и О. Вот так вот эти Э и О происходят от дифтонгов, то есть двух гласных подряд, которых нельзя разделять, от Ай и Ау. Ай, Ау. Ай, Ау. А, И. А, У. Ай, Ау. Дифтонги, то есть двугласные. Вообще, конечно, в санскрите очень много А и А. Потому что обилие гласных, которое было в языке, от которого образовался санскрит, было много разных гласных. Но санскрит оставил именно А и А, все большое изобилие слилось в эти два гласных. Остальных немного. Итак, то есть в начале слова мы пишем гласные определенным образом. Собственно, сейчас запишем, как гласные пишутся в начале слова. Итак, краткая гласная А. На 10-й странице середина. А краткая имеет два начертания. Тройка. От нее в сторону. Боковая линия, которая соединяется с стержнем. Стержень закрываем палубой. Это современная северное написание А. Наиболее популярная. Популярная именно потому, что такая разновидность встречается в хинди. И так как книги издают в основном в Индии, то ввиду того, что станки приспособлены к хинди, то и для санскрита в основном используется именно такая А. Но так было не всегда. Вторая разновидность А, древняя, которая будет встречаться в старых книгах и
те, кто ее не проходит, ее не узнают. То есть, представляете, встречаете букву А, а узнать не можете. Стыдно? Стыдно. Но так бывает достаточно часто. То есть, и чтобы обозначить краткость, мы можем над буквой А в транслитерации написать, нарисовать полумесяц. И это будет подчеркивать именно ее краткость. То есть, если долгота – это макрон, это черточка над, то особенное внимание на краткость можем обратить, написав полумесяц. Вот это первое начертание А. То есть, в разных написаниях, например, АУМ, будет использоваться как раз эта разновидность А. Визуально. Вспоминайте. Аум. Вот. Понятно, в чем речь? Да, Даш? Да. Ну вот. Тем не менее. Значит, вторая разновидность А. Это как так же, как мы рисуем П. И к нему пририсовываем лучики внизу. Жаргонное название солнышко. Это второе написание, а краткое. Да. Это второе написание, а краткое. Можно двумя способами. Можно отдельно три лучика пририсовать. Или дугой. Как бы дуга создает два лучика. Получилось ряд на три раза. Угу. Хорошо. Это была А краткая. А долгая. Ну вот Ариадна уже расскажет, чем отличается А долгая от А краткой. Звучит дольше, более протяжно. Ой, не слышно вас. Ну, более долго звучит она. То есть нет, звучит, да, а на письме чем отличается? А в смысле на письме в словах или просто сама по себе? Сама по себе в начале. Мы сейчас проходим именно в начале слова. Ну так она просто там что-то приписывается, там палочка. Палочка, да, приписывается палочка, то есть еще один стержень. То есть рисуем все то же самое, что и в простой А. Добавляется стержень, вот и все. То есть рядом... Справа от нашего базового стержня добавляется еще один стержень. Это А долгая. А долгая. Единственное, мне хотелось спросить, а вот эта вторая палочка, она занимает целую клеточку? Нет. Или сколько? Она как, куда она вписывается? Получается, я умудряюсь вписать оба в одной клетке. То есть, получается, мы ее также впихиваем в одну клетку. Да, впихиваем в одну. Уплотняем. Уплотняем, да. Утрамбовываем. Получилось, Сергей? Да. Три раза? Семь раз уже. Хорошо. Гласная и краткая. И. И краткая. Это то же самое, что и первая половина написания разновидности джиха. Джиха.
Вспоминайте, видите. И не вспоминайте, и не видите. Поэтому молчите, да, как партизаны. Я вижу, но я не вспоминаю. А там, по-моему, еще должна что-то. Блядь, ну у вас же камера есть, небось. А что, включить надо? Прячетесь, да? Включите, включите. Мне надо посмотреть ваши честные глаза. А то эти ж негодяи. Там, говорит, у одного интернет, другой вообще с телефончика. Ну, так другое дело. И... У меня интернет и отравление. Я не могу показывать двойной людям. Удар. И вспомнили, частью какой графемы является в написании? Джиха. Разновидность одна из джиха. Первая половина. Ну там же копалочка у джиха еще есть. Ну так я же говорю, и если бы оно полностью совпадало, тогда это было бы джиха. Но я говорю, что первая половина одной из разновидностей джиха. Сергей, вы очень... Все ясно. Очень хорошо, что вы помните про палочку, так вот именно здесь-то ее и нет. Это и краткое. То есть также напишите ее, как в джиха ничего нового. А хвостик за клеточку выходит, да? Ну, слегка. И долгое. То есть, давайте так, я проговорю, и Даша повторит, значит. А-а-и-и-у-у. А-а. И, и, у, у. Хорошо, Сергей. А, 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 и, и, у, у. Вот прям таки уже с распевом. Да, хорошо. Ариадна? А, а, и, у, у. Убедили, хорошо. Итак, и записали. Угу. Тогда и долгое. Это все то же самое. Сверху добавляем крючок. Крючок пишем справа, справа сверху, вниз слева. То есть этот самый, пишем базовый знак опять же. И крючок. Крючок написал. Крючок – это уже как бы клетка над нашим значком. Не надо упихивать. Как только у вас получается, Даш, вы дайте знак. У меня получилось. Ну, то есть я имею в виду три раза выписано. Да. Угу, хорошо. А, а, и, у, у. Итак, у. У, у, у. У краткая. Ну, это тоже разновидность тройки. Только средняя. Средняя часть, она должна быть достаточно широкая, то есть вот эта сама линия, она в моих прописях, например, на 10-й странице недостаточно широкая, надо шире. Вот на доске ширина соответствует желаемой. То есть пропорцию этой средней линии надо брать с доски, так будет правильнее.
Есть? Есть. Ну это прям тройка, а то у вас тут верхняя часть тройки как-то она. Ну верхняя часть она по-любому меньше нижней части. Ну она вот именно прям такой кружочек или она упирается в палубную линию вот так. Она упирается. И вот она все упирается и не выходит уже. Кто не выходит? Вниз, вниз вот этот хвостик верхней тройки. Так, так и... верхний хвостик, он получается как будто бы обрубается. Он не, обрубается. Он не полноценно выписывается до конца, он как бы отрублен, да. Удолгая – это тот же знак с добавлением крючка справа. Добавлением крючка справа. Крючок выходит за клетку или нет? Нет. Конечно, нет. Здесь, Сергей, надо себя сдерживать. Получилось, да? Да, вроде бы. Да. То есть это написание гласных в начале слова. Или когда они стоят отдельно, или когда в начале слова они пишутся, используя отдельный знак, отдельную графему. Это первое, значит. А второе, это так, когда те же гласные пишутся в середине слова. В середине слова. То есть, как мы уже помним, если нету никаких дополнительных значков, то по умолчанию любая графема, любой знак девонатори состоит из чего? Слоги. Слоги, да. А они из чего состоят? Гласная, согласная всегда. Гласная, согласная. По умолчанию какая гласная? А краткая. Итак, если нет никаких диакритик, это означает, что это просто гласная А. Но так бывает не всегда. Итак. Объясняю на примере К. К первое согласное. К. Итак. Я писал К. Чтобы оно стало... Ну, тут у вас достаточно уже знаний, Даш, чтобы на доске прочесть, что я написал. К, да, К, К. То есть так же, как и в после А, мы добавляем дополнительный стержень после. Ну, мы в одну клеточку, да, это умещаем. Ну да, да. Не, ну-ка, она не в клеточке. Ну-ка, клеточку не впишет. Нет, нет, Сергей, ну как бы, когда я писал посередине в клетке, это для удобства. В дальнейшем не всегда будет удобно, то есть вы можете уже сейчас смело смещать в К середину клетки. Понимаете, да, стержень? То есть можете оставить так же, и как я показывал, для облегчения задачи себе, но можете уже и попытаться перенести. Ну, совсем в середину она не влезет, да, что там будет, получается, ну, не полторы клетки, но один и два.
То есть меньше полторы клетки, но больше одной. Это А краткое. А где же А краткое, если это тут А долгое? А долгое. А по умолчанию А краткое. По умолчанию А краткое. Если нет ничего, значит краткое. А если что-то появилось, значит уже какая-то другая. В данном случае А долгая. А с макроном. А долгая. Так. Напишу. И Даша прочитает. Готово. Га. Га. Читает Сергей. Так. Да. Да. Разве да? Разве здесь есть придыхание? Да. Ну, не без придыхания. А если без придыхания, то не да, а просто да. 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 То есть можете записать себе несколько сочетаний. Не просто ка-ка, а напишите, например, себе га-га. А как там га трансформировалось-то? Не хвостик просто. Не вполне понятен вопрос. Там добавилось или добавился стержень? Что там трансформировалось? А, все, я понял. Просто там как-то понятно было написано. По-моему, все ясно. Просто один стержень добавляет. По-моему, очень даже неплохо получилось написать мне, поэтому не уверен, что я понимаю, о чем вы спрашиваете. Добавляется всего лишь стержень. Сам знак никак не меняется. А, и краткое. Ставится перед знаком. И соединяется радугой сверху. И долгое. Нет, это и краткое. А. И долгое ставится после. Ага. И краткое ставится спереди и соединяется радугой. А радуга может не доходить до конца, может обрываться до стержня самого К. Радуга может не дойти, может оборваться. Так в печатных шрифтах. Но когда пишем от руки, то соединяем. Полноценно до конца. Будьте здоровы. Спасибо. И что у нас получилось? Ну, а разве на доске это... не видно, что у нас получилось? Ки. 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 Получилось ки. Рядно, что я написал? Ги. 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 Сергей. Ти. Ти, да. Хорошо. Это и краткое, и долгое добавляется после. Стержень добавляется после, и такая же радуга. Ки. Рядно, что она написал? Ги. Ги. Да. Поэтому, когда из транслитерации в текст конвертируется, то есть преобразовывается в девнагари, или наоборот, то и краткую мы должны поставить перед той буквой, к которой она относится. Представляете?
Подождите, а второе разве не га у вас получилось? И не га, да. И у нас получилось. Так у меня же сверху радуга рядом. А вот нет, вот в уги где? Так не дорисовано. Вот так это же га получилось. Получилось га. Правильно. Дорисовали радугу. Получилось уже не га, а ги, да, верно подмечено. Так вот, когда конвертируют в Деванагари, получается, мы и должны поставить перед той гласной, к которой оно относится. Представляете? Получается, мы когда читаем, мы сначала должны прочитать то, что после, а потом то, что перед. А для компьютера а если это непросто. Если это же может и после другой быть. Гласное и перед, и как понять, какое гласное это и относится. Нет, перед гласное, другое гласное оно не может быть. Два гласных подряд в санскрите встречаются лишь в дифтонгах ай-ау, ай-ау. Давайте, Ариадна, ай-ау, ай-ау. Это дифтонги, там где два гласных подряд. Да. Ай-ау. Повторить? Просто... Или что сделать? Да-да-да. А? Да-да-да. Ай-ау. Ай-ау. Даша? Ай-ау. Хорошо. Сергей? Ай-ау. Да. А, так вот. Кроме этого, два гласных подряд встречаются 96 раз в Ригведе. Все, исключение, то есть там список слов, которые в кнауэре прилагаются, иначе не бывает, чтобы гласные шли подряд. Поэтому ситуация, которую вы спроектировали, она в жизни не встречается. Опасности такой нет. Гласные встречаются после согласных. Понятно? Понятно. И долгое. Украдкое. Ставим под стержнем точку. И от этой точки рисуем запятую. И получается, что под К нога буквы К получается посередине этой запятой. Ку. То есть ставим прям таки такую отчетливую жирную точку. И запятую, которая смотрит вверх. В случае К она получается в центре ноги, а в случае широких знаков она получается, точка получается под стержнем. То есть там, где палка одинокая, там центрируем, а в обычных знаках, обычных по толщине, она получается, точка получается под стержнем. Что я последним написал, Сергей? Ду. Ду. Да, так точно. А почему мы в качестве примеров разбираем только гласные первого ряда? Ой, ты согласна. Почему? А это не имеет значения, мы можем разбирать любые. Они просто наиболее простые, без... простые для произношения. А, то есть они со всеми согласными формируют эти слоги? Да. Без разницы. Да. Это чтобы не усложнять задачу больше, чем необходимо. Удолгое. Это те же
тот же знак, только перевернутый ногами вверх. То есть под К ставим точку уже не справа, а слева и пишем вниз. Наша запятая смотрит вниз. То есть сначала мы пишем все, что находится под палубой. Потом пишем саму палубу. А потом, в случае с и, пишем то, что над палубой. То есть там фонтан бывает радуга, смотря по погоде. Понятно? Понятно. Да. Хорошо, запишем слова, примеры. Запишу, и Даша зачитает. Шата. Нет. Ой-ой-ой, Нет. я совсем плохо написал, видимо. Это на основе того, что мы прошли сегодня, Даш. А, понятно. Ну, тогда это другое. Шака, это, конечно, как И бы... Сейчас я, честно, сейчас у меня шок. иди. Как? А рядом? У меня тоже. Иди. Ну, ти-то ти, а вначале что? И. Ну, так, а вместе? Иди. Иди. Ити. Иди. Иди. Ити, ити, а не ити. Ити, да, ити, правильно. Запишите себе это слово, ити. Оно имеет функцию кавычек в санскрите. Оно ставится в конце прямой речи. Видите, как забавно? То есть, когда вы что-то прочитали, в конце вам говорят, что вот это была прямая речь. Надо еще понять, где начало. Это не всегда очевидно. Иногда переводится как так, таким образом. Так, таким образом. Хорошо. Но это не имеет значения, ну, типа, сказал. Почему не имеет Это значения? не глагол? А, То есть это... это не глагол, это такое служебное слово, но когда-то может быть и переведено именно что сказал. То есть, понимаете, оно по умолчанию вообще никак не переводится. Но если очень хочется, то может быть и сказал. Я просто, конечно, сразу думаю про латынь, где там диксит, да? Ну, или... Это правомерная аналогия или нет? Да. Да, я думаю, что вполне. Даже интересная аналогия, я подумаю про нее. Да, ну, сходу, да. Даже себе запишу, чтобы не забыть подумать об этом.
Значит, я пишу слово, зачитает Ариадна. Ари. Ари. Да, Ари. Враг. Что? Враг. Как это Ари, враг? враг. Почему враг? Ари, Ари, враг. Одно из древнейших названий врага. Теперь зачитает Сергей. А первое это па или я что-то не пойму. Ну вот давайте порассуждаем вместе, что это. Значит, вы говорите па или я. Итак, па, особенность па в чем? Ну, там хвостик куда-то смещает меня. Ну, значит, хорошо. Я? Па может иметь хвостик? Нет. Нет. Я Там может иметь четверка. хвостик? Я, Сергей, ну там закруглённый. методом исключения. Я может иметь хвостик? Закругление он имеет, а Нет, не я не хвост. спрашиваю, имеет ли она закругление. Я спросил, я может иметь Хвостик хвостик? нет. Не знаю. Я вам подсказываю, не может иметь хвостик. Если хвостик, значит ма. Хвостик, петелька. Это я так петельку нарисовал. А, ясно. Значит, это ма. А слово читается? А вот вторую букву я не помню, это начертание вообще. Сейчас проверю свои записи. Ну, Даша, там уже прочитала, я надеюсь. Да я прочитала неправильно. Это маха. А как же это Махи. маха, если сверху радуга? Да, махи это. Махи. Это ха такое? Просто мы писали письменно по-другому ха. Писали две Два варианта. разновидности, и это вторая разновидность. Да. Все Значит, я по-честному. вторую не запомнил. Все по-честному. Махи, земля. Записали? Читает Даша. Петроглифы на стене 3000 лет тому назад. Удака. Да, удака, вода. Удака, да? И что это такое? Вода. А, точно. Что-то знакомое. Уж вам. У нас вот было Java. Java была Да, вода. джала, И вода. удака. Она там Удак. а еще там много Удака, значений. получается, это название воды, которое существует во всех индоевропейских языках. То есть слово вода и удака это однокорневые. От одного и того же слова произошли. Русская вода и санскритская удака. Во всех индоевропейских языках это слово именно в таком виде. Ариадна. Пури, пури.
А почему вы думаете, что пури и откуда берете Ой, и? пура. 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 Город. Ой, а Сергею я дам вообще мега задачу. А то он любит придумать себе всякие сложности, а я ему дам просто в чистом виде, чтобы он не мучился. Ворона, что ли? Ку-ку. О, Сергей, ку-ку. Ку. И что это такое? Это Сергей, ку-ку. Это ничего не означает. Ясно. Но звучит красиво. И прочитайте теперь честное, полноценное слово. Сергей. Лука. Здрасте. Ну вот это вот, а, это я опять, это не хэв, впереди это у нас, а, Это А? не-не-не, Я сейчас, сейчас, я буду сейчас разочарован. это не, а, это украдкая, Украдкая, да. там Л с У длинным, Долгим. долгим, и К. И вместе. Вот это. У-у-у-лу-ка. Улука, сова. Улука, сова. Это занятие можно вообще под заголовок поставить ку-ку. Да башка плохо варит с утра, капха. С утра единственное время, когда башка хоть как-то варит, все остальное вообще невозможно. В сочетаниях с согласной р, обычное древнерусское р и которая этакая, когда они встречаются с вот таким вот монстром, а Ариадна мне расскажет, что это такое, с кем они там встречаются. Краткой. Так краткое или долгое? Краткая. Сверху И... краткое, да, то есть сверху полумесяц краткое, а снизу? Затрудняюсь. Почему затрудняетесь? Снизу что написано? А, ну тут такого нет, отсутствует гласные. Это и краткое, и долгое в одном знаке. У краткое и у долгое в одном знаке. У-у. Вместо того, чтобы писать два А. отдельных знака, их совместили. Чтобы не писать два
раза можно записать а можно записать вот как я сейчас дал вам, собственно, в учебнике кочергиной, в исходном учебнике, так и записано. В компьютерном файле этого нет, потому что просто шрифт, которым пользовалась Наталья Павловна Лихушина, это не поддерживается. Но не более того. Другой уважительной причины нет. Итак, когда Р и У встречаются и с У или У, получается отдельные особенные написания. Непривычные. Не всегда очевидные. Итак, ру, ру, с у краткой, пишем такой же крюк, как писали в у долгом. Есть? Есть. Угу. А в ру с у долгим, в ру точка с запятой, они не вплотную подходят к ра, а оторваны слегка. И смотрят это все вниз. А в печатном варианте, в виде некоторой уже стилизации, это вообще может быть даже вот так. Это говорить не всегда так, то есть иногда это может обозначаться и вот тоже как обычно. Как обычно что? Ну, то есть вот ру всегда будет какой-то вот такая заковырыка. Всегда. Да. В хороших старых книгах это будет неузнаваемая заковырыка, а в современных это попроще. Но ру имеет второе написание в старых книгах. Встретишь, не узнаешь. Называется стержень. В сторону отходит линия. Вот так. Ру. Это ру долгое. Второе начертание. Южное написание, древнее написание. У долгое. Ру. Можете не стараться, все равно встретите и не узнаете. Это все ру в одной клеточке? Да. Щу имеет уже не базовую разновидность, используется вообще уже другой знак визуально. Вот так записывается шу.
То есть видоизмененные знаки. Ну и шу у долгой, соответственно, перевернутая запятая вниз. Тут ничего особенного. Главная особенность в том, что используется не привычное нам написание ща. Вот я сейчас напишу его. Вот привычное нам написание ша. А используется альтернативная форма. У меня проблема. У меня доска перестала отвечать, и я совсем не знаю даже, как пишется шу. Не могли бы мне его описать? Ну, он красивый очень. Значит, он в чем-то похож на тха. Ну, пожалуй, все, что я могу сказать. Прописи у вас тоже закрылись, да? И прописи закрылись тоже. Но там есть они, да? Можно посмотреть будет. Да, на 11 странице ага, точнее, справа от ру в прописях оно есть. Это получается некоторая петелька, лежачая петелька. Ну, а под ней уже у и у ставится. Там нет ничего необычного, а вот необычное именно в начертании самого ша. Ну вот, собственно, половина гласных. Половина гласных. Вторая половина будет в четвертом занятии. А пятое занятие уже будет конец. Конец письма. Это будут лигатуры. То есть сочетание согласных. Когда 2, 3, 4 или 5 согласных встречаются подряд. И это, собственно, будет все письмо. Потом мы еще письмо погоняем, но ничего нового мы уже не выучим. Это первая половина гласных. Так, Ариадна, у вас печатные книги есть? Нет? Еще нет? Есть? В смысле? У меня кочергина. Да, все нормально. Я уже запутался, что у кого есть. Итак, давайте тогда откройте, раз вы уже продвинутые, тогда открывайте пятое упражнение, там, где читаем. Зачитайте. Пожалуйста. Третье задание, пятое упражнение. Да. Читать, да? Да-да. Идти. Апи. Раджива. Упха. Маха. Харата. Я тоже не понимаю. К этому занятию есть домашнее задание.
Ариадна читает домашнее задание. В конце третьего занятия видите, какие есть задания? Вижу, я нашел. Идти вначале, да? Куда? Даша, нашли ли вы? Я что-то не очень нашла. Это Ити начинается. А, с Ити начинается, да? Нашли. Ага. Все. Заново читать? Да, не, читайте дальше. Я все. Так, у меня была Мухабхарата. Яди. Просто не до. Яди. Кула. Это какая же? Вторая? Вторая строчка, пятая. Давайте сначала. Не-не-не, не сначала, пусть читай дальше. Вот потому что так. Дальше. Вам нужно просто научиться быстро ориентироваться в домашних заданиях. То есть там вариантов особо нету. Любой текст Девонагари мы должны прочесть. Вот если коротко. Мы начинаем с первого, который надо прочесть. Вот и все. Поэтому почему вы ищете 5 минут текст для чтения, я не совсем понимаю. Любой первый текст на Деванагари подходит. Так. Кула. Угу. Кула. Ива. Кала. Нияма. Пуруша. Пуруша. Гимн Пуруши, Ариадна. Да. Удака. Это гимн кому? Гимн Пуруши. Это... Ну, какого природы, природе Богу. Человеку. Вообще-то Пуруша это человек. Да, человек. Он, конечно, необычный человек, но все же человек. Удака. И... Манас. Да, так точно. Значит, помимо домашнего задания в виде обычных упражнений к кочергине, вы выписываете все знаки, которые мы прошли, все сочетания, которые мы прошли. То есть пишите АА, ИИ, УУ, но также пишите К, ГА, КА. Га, ги, 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 ку, гу, ку, 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 гу. И также пишите ру, ру. Второе написание ру, шу, шу. Понятно? То есть со всеми буквами прогнать? Нет, со всеми не надо. Я буквально дал вот две. Со всеми, конечно, можно, если успеваете. Но я думаю, запомните без этого. Просто в кочергине это не дается, это бонус. Хотя этот же бонус давался у нее во втором занятии, но, скажем так, это кочующий бонус, он не заканчивается. А у нее почему-то заканчивается. То есть всегда написано или не написано, все, что мы прошли, вы в тетради повторяете в виде корякули. Это относится к этому занятию, к следующему занятию и к пятому занятию. Поэтому даже если я забуду это оговорить, вы будете помнить. Если что, друг другу напомните. Хорошо? То есть мы все гласные соединяем согласными. Краткие и долгие. Во-первых, мы пишем отдельно все гласные. Сергей. В начале слова. Потом соединяем выборочно с двумя согласными. Ну, К это самый известный пример, потому что самый простой, потому что это самая первая согласная. Ну и можно взять любую другую еще согласную. Ну, например, ГА. Не нравится ГА, возьмите ТА или ДА. Ну и плюс сочетание R и Ща с УУУ.
Все. Вот это что касается написания. Ну вот, собственно, все. Первая половина гласных. Просто Ариадна запуталась в моих указаниях и уже прошла занятие, поэтому я и просил зачитать. А вы же будете читать после данного занятия. То есть в следующий раз начнем с чтения. Что касается... А можно вопрос? Тут по словообразованию, ну, падха, я так понял, что это глагольная форма, но можно ли сказать, что просто у нас тут, ну как, и вот меня еще интересует, что означает «на» в конце и «ка». Это суффиксы. Суффиксы вас пока не должны интересовать. Я вам дам книгу, в которой описаны суффиксы. И вы сможете найти любое значение. Договорились? И еще вы глагольные корни обещали. Простого обещали. Способа ответить о том, что означает тот или иной суффикс, нет. Это достаточно глубокая тема. Она проходится в конце первого года обучения. Но если вам интересно почитать, я вам дам книгу. Могу даже сейчас дать, чтобы не забыть. Чтобы вы самостоятельно посмотрели. Это большая тема, непростая. Просто вот в первом упражнении тут у нас несколько было глагольных форм. Канатха, пататха и гадатха. И перевода кана и гада и пата не было. Я вот думал, что дальше делать. Как и проще запоминать. Ну, кому-то так, кому-то это лишняя информация, поэтому мне самому легче запоминать так же, как и вам, понимая, как построено это слово. Но кому-то это не нужно. Поэтому не грусть. Итак, я вам даю ссылку на грамматику ведийского языка Татьяны Яковлевны или Заринковой, переводчицы Ригведы. И там есть большущий раздел, посвященный суффиксам, очень подробный, со всеми деталями. Даже, я бы сказал, с большим количеством деталей, чем вы сможете освоить. Ну, например, начинается этот раздел. Начинается этот раздел, называется «Неизменяемые слова». «Неизменяемые слова». Это 251-я страница. И там часть суффиксов. В общем, суффиксов тут целая гора. Они разбиты по спискам. Очень достойно изданная книга. Очень сложная для восприятия, но тем не менее очень достойно изданная. Второй вопрос был насчет глагольных корней, так? Да. Но ничего простого насчет глагольных корней я вам сказать не могу. Это очень сложная тема. Список глагольных корней присутствует в конспекте Залезняка. Конспект Залезняка я еще не давал? Тогда нет. Сейчас дам конспект Залезняка. То есть любое слово в санскрите образовано от какого-нибудь глагольного корня. Если вам не терпится понять от какого, ну изучайте список глагольных корней. Мы его изучать не будем. Это увлекательная тема. Одна из моих любимых, но тем не менее это отдельная, так сказать, область науки. Конспект Залезняка, в нем приведены
все глагольные корни, Сергей, которые вам нужно знать наизусть. Так, вот посмотреть, а вот скачать, вижу. То есть я правильно понимаю, что у вас сейчас на руках у всех есть уже кочергина? Есть, да. Да. Отлично. Можем начинать занятие. До этого были предзанятия. Когда мы увидимся снова? Да мы хоть сегодня можем. Надо переварить. Да, переварить времени мало. Ну, предлагайте. Как вариант, 5-го. Если хотите, можем раньше. Пятого в шесть? 5-го в 6, например. 5-е это что, суббота-то? А вы уже вернетесь, Сергей, или еще нет? Я уже вернулся. Ну, смотрите сами, то есть, если хотите до Нового года закончить письмо, то мы и так закончим письмо до Нового года. То есть, торопиться нет необходимости, как по мне. Ну, понятно. Ну, давайте ориентироваться на 5-го в 6 на утро. Хорошо. То есть сначала пишем, потом снова пишем. Каждое слово, когда мы записываем, мы произносим вслух. А можно еще аудиозаписи как-то? Я выложу, конечно. Спасибо. Выложу, конечно. Значит, что такое NF и M? Мы проходили, и вы помните, да? В словах, в списке слов, например, в первом упражнении. А, это род? Да, это род, рода. Да. Какой, так. Какой, помните? М мужской, Н средний, Ф женский. Ф женский, да. Маскулинум, нойтрум, фемининум. Латинские термины используются, да. А ударение, там видите, где проставлены? Да. Мы о чем сейчас говорим? Ну, вы понимаете в учебнике, как проставляется ударение? Нет. Там сверху чёрточка. Там не черточка, там наклонная. Наклонная такая, линия. Да, краткая черточка. Ну да, черточка. Ну, в общем, наклонная. Называется акут. Вот это наклонная линия называется акут. Акутное ударение. Это на какой странице учебника? Вы не знаю, на какой странице. У меня на 25-й, у вас другая страница. Это имеется в виду в латинице. Да, в латинице. Ударение на Деванагари мы вообще не будем проходить. Это проходим, когда изучаем Ригведу. А мы именно говорим, да, о латинице. Что, у нас Нарада на самом деле Нарада? Судя по ударению. Нарада, да. Нарада. Так, скажите мне страницу, о чем вы говорите? У меня на 25-й начинается занятие. Сергей, 3. Упражнение первое. К третьему занятию. Открывайте сами. Упражнения даются после занятия. 27-я. Добрые люди сжались. Ну, что дальше? У меня 25-я. У меня 25-я. Это старый. Нет. Даша, у нас старый учебник, старое издание. То есть это напишите письмом Деванагари, да. Катха, рассказ, Кала. Да. Знак ударения, видите, в слове Кала?
Ну, это Да, в в конце, конце. да? Я к тому, Ну вот, я чтобы кстати. вы обращали на это внимание. Это Ой. не грязь. Понятно. И как? Я всегда считала просто, что время с ударением на первый слог существует. Оказывается, нет. Ну вот, я чисто про то, что вы обращаете внимание, когда читаете, читайте правильно, не заучивайте ерунду. Хорошо. То есть, видите, не всегда долгая гласная равна ударению. И не всегда первая гласная равна ударению. Вопросы? А по Залезняку вы сориентируете или там прям все подряд Если смотреть? посмотрите все подряд, я боюсь, у вас закипит этот самый нос. Ну я про это говорю. И что смотреть? Вы Какая страница там вышла? запросили тему, которая проходит на второй или третий год. Я вам дал эту тему. На что смотреть? Вот на что хотите, на то и смотрите. Смотрите на список корней в конце. По собственному усмотрению, Сергей, откройте конец. Там даются списки слов. Возможно, это будет вам легче. Там в конце есть список глаголов. Начните с конца. Читайте с конца к началу. Возможно, так будет легче. Ну, посмотрю, Вот. спасибо. Хорошо. Все. Если вопросов нет, то вы свободны. И через неделю я захочу услышать беглое, быстрое чтение и перевод любого слова, указанного в этом занятии. Беглое, быстрое чтение. То есть рам-рам-рам-рам-рам. Все, следующий. На следующий. То есть читаем столько раз, пока не появится легкость. Будем стараться. Да, учится, я да. уверен. Есть наш капитан. Все, хорошо. давайте. До свидания. До свидания.